Один из старейших вузов полуострова, Агротехнологическая академия КФУ, отпраздновала столетний юбилей. Подготовка специалистов с высшим образованием сельскохозяйственного профиля в Крыму началась на аграрном факультете Таврического университета. В 1922 году он был преобразован в отдельный Крымский институт сельскохозяйственных областей. За эти годы подготовлены тысячи людей, которые самоотверженно работали на одной из самых тяжелых, на одном из самых тяжелых участков нашей деятельности. Это сельскохозяйственное производство. Вот. И сейчас можно видеть, сколько к нам пришло гостей. Гости достаточно взрослые. Все вспоминают, как это было. Встречаются с молодежью, с волонтерами, со студентами, обмениваются какими-то мнениями и мыслями. И это, я думаю, очень ценно. К юбилею Академии был приурочен праздничный концерт вокальных и танцевальных коллективов Крымского федерального, торжественное награждение выдающихся преподавателей и сотрудников Академии, а также экскурсия в Музей истории аграрного образования и истории агропромышленного комплекса Крыма. Юбилей Академии собрал в родных стенах немало выдающихся выпускников, которые посвятили жизнь развитию сельского хозяйства в Крыму. Александр Павлович Дикань окончил Крымский сельскохозяйственный институт с отличием в 1965 году. С 1970 по 2018 занимался преподаванием, стал доктором сельскохозяйственных наук, 25 лет возглавлял кафедру виноградарства. Сегодня профессор не представляет жизни без родной кафедры, регулярно приходит в гости и делится, что учебные занятия со студентами ему даже снятся. Хотя я сейчас уже непосредственно не работаю в вузе, уже 4 года, но я много пишу, публикую в журналах, переиздаем книжки для студентов, по которым они будут учиться и учатся сейчас. Ну, в общем, все делается для того, чтобы эта отрасль, ну, была еще крепче. И я рад, что свою всю сознательную жизнь проработаю в этой отрасли, в отрасли виноградарства. Агротехнологическая академия и сегодня выполняет важную миссию по обеспечению Крыма кадрами в сельскохозяйственной отрасли. Выпускники главного аграрного вуза продолжают традицию своих наставников и остаются работать на выпускающих кафедрах. Я выбрал этот путь, так как он является наиболее актуальным для Крыма. Окончил университет с хорошим аттестатом и в конце концов получил аспирантскую и кандидатскую степень. Пришел работать на кафедру, чтобы обучать студентов, таких же молодых ребят, как и я был раньше, новому интересному направлению, которое будет и дальше развиваться, я надеюсь, в лучшую сторону. Сегодня Институт агротехнологическая академия является структурным подразделением Крымского федерального университета и выпускает специалистов 4 факультетов – агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства, ветеринарной медицины, землеустройства и геодезии, а также механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Нина Келли, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.